Чтобы жить без забот у моря с молодым мужем, 36-летняя управляющая банком в Павлове построила финансовую пирамиду из обманутых клиентов. Построила пирамиду, кредиты взяты на много лет. Одни брала, другими закрывала. Никто не мог догадаться. Знаете, как стыдно. Я вот людям просто реально плохо, я вот сама волнуюсь. Она вышла замуж за иностранца, оформляет документы на выезд за границу с миллионами, с нашими, которых мы не видели. Подробности этой любовно-криминальной истории сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале Че.